всем Пачанга, Пачанга. И вот мы сейчас находимся в городе Гетеборг, и только что меня человек встретил. Добро пожаловать в наш дождливый Гетеборг. Да, Гетеборг. Главное правильно произносить это слово, да. Вся суть в этом. Так, ну что, Дим, куда пойдем? Куда идем? Пойдем на трамвай. Туда, да? Пойдем. Куда ты хочешь? Да, куда хочешь, куда хочешь, все. Ну, сначала домой мы позавтракаем, да? Подкрепимся. Позавтракаем, подкрепимся, да. И потом за делами, да? Все, четко. Друзья, пока выключаемся, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.